Поступил такой вопрос, рассказать о медитации. И я предлагаю вам посмотреть, как это происходит в моем исполнении. Вариантов медитации очень много, поэтому я вам покажу, как я медитирую. Ну, поставим на 10 минут. Посмотрите, что происходит с моим лицом, как оно расслабляется, что я делаю, кое-что я буду по ходу действия объяснять. Естественно, лучше всего садиться так, ну, на кушетке, как я, а на полу, ну, я решил вот так. Садимся. Постарайтесь, чтобы свет у вас был удобный. Спина у вас должна быть прямая, поэтому я поставил ту камеру. Лицо крупным планом, чтобы вы видели, что у меня с лицом получается. Ну и такой боковой. То есть сели, успокоились. Сед должен быть у вас удобным. Спина должна быть прямая. И начинайте успокаиваться. Замедляйте дыхание. Для того, чтобы успокоиться, в первую очередь надо растягивать дыхание. Такой плавный вдох, выдох, вдох, выдох. Значит, все должно быть расслаблено, такое впечатление, будто вы позвоночник и голову посадили на такой колышек. На такой колышек. Плечи опущены. Напряжение в спине не должно быть. То есть любое напряжение, оно не позволит вам расслабиться, а тем более войти в такое состояние расслабляемся. Можно даже вначале почитать такие медитативные стихи. Вдыхая воздух, ты вдыхаешь вечность, а выдыхая, в ней ты растворен. То милосердие дыхание от Бога, запомни сей незыбленный закон. Вдохни всей грудью, задержи дыхание и мысленно в спокойствии скажи: желаю миру мира, людям знания, спокойствие страждущим, слова те от души. Пусть тот, кто одинок, отыщет друга, и радость сложится обеды пополам. Пусть Божья милость, словно левых луг, распашет душу, сия радость там. Естественно, это все так мысленно про себя читаете. И, соответственно, со словами вы свое дыхание регулируете. В конце концов, оно должно у вас стать такое незаметно. Ни вдох, ни выдох. Мышцы лица должны быть расслаблены. Должна возникнуть улыбка. Это говорит о том, что вас ничто не тревожит. Мышцы глаз не должны дергаться, вот эти вот веки, ничего не должно дергаться.
конце концов вы должны почувствовать такое чувство, будто вы растворились, границы тела исчезли, и вы растворились в пространстве. Потихоньку во время этого процесса вы ощущаете своеобразную радость. Вот эта радость, словно океан, она разлета вокруг. И вы потихонечку погружаетесь. Сливаетесь с ней, становитесь единой, и вам очень хорошо, спокойно, такая тихая, умиротворенная радость. Так можно очень хорошо отдыхать, восстанавливать свои силы. И если вниманием следить только на вдохе и на выдохе, исчезают мысли, то есть вы можете отдохнуть от вот этого мыслительного стресса, который преследует все время какие-то мысли в голове, крутятся, не дают покоя, а тут вы от них как от назойливых. Конечно, прямой сет, такой как у меня, чтобы еще сидеть спокойно, расслабленно, сразу не получится. Вы можете под спину подкладывать подушечку и на нее опираться. Естественно, это надо тогда будет делать возле стенки. Вот должно получиться растворение в пространстве. Такое впечатление, что вы не чувствуете краев своего тела. Все окружающее пространство становится вашим телом. Почему такое доброе, ласковое?
Вдох-выдох медленное, плавное. На них особо не обращайте внимания. Быстро 10 минут пролетело. То есть процесс вхождения в медитацию не такой быстрый. Когда вы в него войдете, то и выходить особо не хочется. То есть этот процесс длится, как правило, где-то минут 20-час. Естественно, вы чувствуете разные состояния. Вы чувствуете разные состояния, и тело вам будет также сообщать о том, что где-то у вас имеется напряжение, где-то надо расслабиться, там имеются у вас проблемы. То есть это возвращение вашего Я к своему собственному духу. Ну, вот так вот. Не будем дальше углубляться и что-то там такое. Говорит, еще пока этого достаточно.